«Среда милосердия» – это совместный проект телеканала БСТ и благотворительных фондов «Русфонд» и «Мархамат», а также газеты «Комсомольская правда» продолжает помогать детям. Сегодня мы расскажем о 6-летней Виолетте Селиной. У девочки ДЦП, для лечения в Москве ей требуется 188 тысяч рублей. Но таких денег у семьи нет, поэтому Селина обращается за помощью ко всем неравнодушным. Давай рассказывай сказку какую-нибудь. Давай. Курочку рябу. 6-летняя Виолетта уже знает алфавит, рассказывает стихи и сказки. Но вот совладать с ручками и ножками пока не может. Нужен специальный курс лечения в Институте медицинских технологий в Москве. Регина Селина воспитывает дочь одна. Папа Виолетты бросил семью, когда девочке поставили диагноз – ДЦП. Диагноз поставили вообще в год и два. Да, я и говорю, я даже не подозревала, что это все приведет у нас вот к такому, как раз, такой жизни вообще. Вот, в год и два поставили. Прям не хотелось, конечно, верить даже, что она теперь. Уфимские врачи в один голос твердят, без московской клиники прогресса не будет. Там девочки обещают помочь. У Виолетты есть шансы на нормальную жизнь. За год ей необходимо пройти 4 курса. В Москве Виолетту ждут. Главное – оплатить лечение. Планируем снизить мышечный тонус, повысить речевую активность, научить ребенка ползать, сидеть, повысить интерес к окружающему миру. Увеличить эффективность занятий, амплитуду активных и пассивных движений, а также уменьшить количество гиперкинезов и улучшить бытовые навыки. Вот цель, которую мы планируем для этого ребенка в результате восстановительного лечения за год. Помочь Виолетте мы сможем все вместе. Принять участие в акции просто. Достаточно отправить смс на номер 5541 со словом «дети» на кириллице или латинскими буквами. Стоимость сообщения 75 рублей. Для большинства людей это небольшая сумма, но для Виолетты это шанс на полноценную жизнь. Виктория Балдина, Булат Закирьянов, Артур Галеев. Башкирское спутниковое телевидение. Добавлю, также продолжается сбор средств на слуховые аппараты Роману Рахматуллину. О нем мы рассказывали в предыдущих выпусках. У 9-летнего Романа двусторонняя тугоухость 4-й степени. Для того, чтобы начать слышать, мальчику необходимы слуховые аппараты стоимостью 117 тысяч рублей. Чтобы помочь ему, нужно также отправить смс на номер 5541. Стоимость сообщения 75 рублей.